Так, придется поверить пока на слово, наверное. Не знаю, будет ли это на экране видно. Я в окуляре вижу вверху Венеру. Вверху кадра яркая. А внизу, практически вертикально, чуть левее под ней, это Марс. 13 июля 2021 год, Харьков. 27 лунных минут между Венерой и Марсом сегодня. Марс сегодня в Офелии, 21.02 по Киеву, Харькове. Ах вы мои красавцы! Ну то есть... Упс! Пытаюсь штативом. Пытаюсь следить за движением. От елки не получается. Птичка пролетела между Марсом и Венерой. Ну хорошо, вот Марс. Упростим задачу. Только из кадра не выпадает. Еще светло довольно. Ух, 372 миллиона километров. 372 миллиона километров до Марса. Офелия, Марс в Офелии, это значит, что сегодня он наиболее удален от Солнца по своей орбите. Такие марсианские хроники. Так, хорошо, ну сейчас Марс точно видели. Теперь я зумирую назад. Вернее, в обратную сторону, так это лучше звучать будет. Оп! И вот у нас влезла в кадр Венера. Ты посмотри, получилось. Даже дымка, имеющаяся на небосводе, не помешала. Ну, я надеюсь, на экране это будет видно. Наверняка не так четко, как в окуляре. Так, ну ладно, пошли посмотрим на мизансцену. Так, сейчас я включу себе настройки экрана. Дабы видеть, что я хоть снимаю. Ага. Знаешь, 1:40, 1:30 выдержка. Месяц слева в углу, мы его пока немножко поигнорируем, потому как с каждой секундой все ближе к горизонту опускается наша Венера с Марсом, а значит, через все более плотные слои атмосферы мы на них будем смотреть. Да что ж ты? Криворукенький такой. Сейчас найдем. А вот птичка ниже Марса пролетела. Ну, конечно. Что ж ты так тяжело? Да.
Чересчур сильно. Да, ну вот сейчас на самом краю вверху экрана Венера 213 миллионов километров. И касаясь края экрана, уже ныряет за него Марс. Ладушки, сейчас добавим месяц к нашему. Лучше же даже резкость не попробовал. Поиграться резкости. Давай попробуем. Глядишь, что-то лучшее получится. Вот они сами по себе горизонты стремятся каждую секунду. Да, пернатые, конечно, добавляют колорита съемки небесных объектов. Хочется, чтобы на максимальную ширину кадра было. Вот они, наши красавцы. И упомянутые пернатые. Так, это я выдержку изменяю, затемняя кадр. Хорошо, пошли посмотрим месяц и еще попробуем успеть дубль сделать до того, как все закончится. Опа, не ждали, лунатики.